главное не уйти на пол. А куда мы двигаться будем? Сейчас посмотрю. Я думаю, на березку. Так, Юра зашел наоборот, но там глубоко. Так, ну Юра технично зашел. Юра зашел технично. Да, интересное начало. Бензиновый 4-литровый мотор на Вранглере. Протраивает немножко. Так, ну зацепили немножко долго, но пока работают. Пошли, пошли, пошли. Это вяленько. Работает лебедка. Якорь он лежит. Он хороший. Вертикалка, но как-то очень вяло крутит. Если не поменяли, ну была вертикалка, по крайней мере. Смотри, вот, я говорю, ну, плюс это не модный чуть-чуть, а потом как этот самый Nissan, просто на лебедке. Ну, навернулись и вы. А, ну и так правильно, просто надо быстро это сделать. Что-то вертикалка. Слабо тянет. Для Юры это пыль. После брода, да? Да. У него там вообще торпеда ухлопала или тебя-то за ним? Так, вышел. Сейчас самое интересное сейчас. Понял, где патрул? Вот там был. Да. Юра, давай мы к тебе верим. Мы даже все камеры настроили. Да. Так. Да, там берег сложный очень, рельеф. Только что говорят, две машины, которые ехали первых, две первых на эвакуаторе, они крыши торчали. Не две, одна. Тут квадрики поехали, но это... Да. Ну, давай, Ю. Одна была машина, да? Да, вон патрол, видишь, стоит. Наверное, сильно тяжелый, да? Да не, немножко опрометчиво зашли немножко. Надо бочки, да? Что надо? Так, а вот квадрики. По следам Фирозы. Так, Юра задом будет пробовать. Квадрики. Квадриком легче, полегче, их вдвоем можно толкать. Так, Вранглер заходит. Что мне делать надо? Если что, просто на лебедку, если где-то почувствую. Но главное не уйти на пол. А куда мы двигаться будем? Сейчас посмотрю, я думаю, на березку. Так, Юра зашел наоборот, но там глубоко. И выплыл, Юра. Да. Нормально. Штурман говорит. Ну шноркель, видишь, они правильнее сделали, шноркель выше, нормально, чем у патруля. Нормально. Это жесть. Там патруль выше был. Не-не, патруль, да. Сюжет, блин, яркий. Готовим, да. Завел, да? В салоне булькает. А, неизвестно, что завел. Ну, наверное, вода набирает. Это жесть вообще. Ваш бульки идут. Да, ну как-то. Он мог махатуль любить. Не любишь воду или что?
А ты не рыба по гороскопу, да? Нет, нет. Ну, УАЗик выше, я делаю. УАЗик выше, там бы где-то сейчас паруль был. Паруль на УАЗике ты нормально прошел бы. Блин, надо вам приезжать. Нет, я сейчас стою и радуюсь, что моя УАЗик стоит в тепле и в уюте. Надо заварить было капот по кругу и снизу все обварить. Чтобы не тонуло, да? Документы на лодку сделать. Документы. Так, не, ну сюжет интересный, я вам скажу. О, есть движение. Так, друзья, начал выезжать. Вот это номер. Да-да. Ну, лебедка. Дэн, давай снимай, бензюги. Ну, мотор не работает. Вот это номер. Да, поворот неожиданный. Начал выезжать. Вот это номер. Да-да. Ну, лебедка. Дэн, давай снимай, бензюги. Ну, мотор не работает. Вот это номер. Да, поворот неожиданный. Ну, борются. Им чуть легче, но им надо сюда, на нас ехать. Вдоль берега, вот сюда, выход. Да, общие спецучастки для квадро и для внедорожников. А там на песке, да? Другими зайдет на песке. Там тоже где-то прилетает. Так можно приехать. Так, ну вот тут и вышечка. Красавчик, да посмотри, ну видите, вес решает, да, это круто просто, это круто, да, молодцы, и на финиш, да, молодцы. Так, что-то капнуло на меня. Дождь. Начинает выходить. Дождь — это неплохо. Зонта нету, блин, где зонт взять только. Так, ребята, патрол. Патрол завели. Охренеть просто. Красавчики. Патрол жив. Пойдемте посмотрим. Тут запчасти. Патрол работает. И всегда будет работать. А что, в моторе нет масла? В масле нет воды? Нет? Я понял. И дождь пошел. Фильтр. Инструмент. Либо масло поменяли. Нет? Так, пока спецучастки не беручки. Пока не беручки. Вон Шишига Слепого тут рядом. Ну что тут? Не заводится, да? Не заводится даже. Або стартер клинит, або... Патрол завели. Жесткий, да? Да. Так, эвакуация, друзья. Пока сложно здесь. Пока сложно.
дворники тут работают. Работают дворники, да? Привет. Как начало? Хороший. Пойдет, да? Понравилось. Не, ну тент не намок сверху, нормально. Надо трубку. Да, надо же. А, дышать, чтобы, да? Или что-то подкладывать под сиденье, чтобы выше сидеть. А, упираешься? Шнорки для пилота, да. Еще чуть-чуть. Так, ну сейчас будет следующий стартовать, да? Сейчас следующий? Угу. Сейчас вы, ребята? Ну чтоб... Серьезно. А вы с Харькова, ребят? Да. Так, серьезно заряжены, колеса спущены. Посмотрим, сейчас будет интересно следующий экипаж. Вот место. Потом продолжение основное, восьмерочка. Видите, протаптывают, смотрят очень глубоко. Там надо под самую ленту, под самый берег. Сейчас, там вроде опытный экипаж, судя по машине. Ребята ходили, смотрели внимательно все. Так, стартанули. Тут видишь, есть же под лентой. Под самой лентой. Трассы поставлены четко. Надо только пользоваться. Видите, какая работа четкая. Это уже уровень. Сейчас посмотрим. Надо отвешивать. Надо отвешивать. Сейчас на лебеде может удастся вывернуть. Лучший оффроудный формат в мире. Есть дерево, видите, все там продумано. Отвесить штурману надо за каркана, хотя бы на ступеньку. Так, ну тут нормально. Идет отлично. Так, решили задом все-таки, ребята, заходить. Дождь прекратился практически. Патрол работает, утонувший. Это, видите, аккуратно. Там лента. Так, ну пока они на сухом. Ага, полностью задом решили идти. Полностью задом. Лебедкой страхуются. Не слушает пилот штурмана. Нет, ждет. Давай. 15 минут дается, напомню. Правый руль!
траектория другая или я с другого ракурса, непонятно. Проходной спецучасток, видите, как четко ребята все сделали. Да, на грани, но можно. Время есть еще. Сейчас им выйти только и на финиш. Подравнивается отлично все. Молодцы. Просто красавцы. Еще у вас с бензиновым мотором. Судя по звуку. Все, идет на финиш. Яма там, ну, тоже. Ага, тут еще все-таки надо пройти. Красиво. Все, конец, да. Назад. Отдавай лебеду. Отдавай. Без рации, ребята. Вода начинает набираться, но успевают выйти. Включи блок! Включи блок, лебёд! Вперёд, да! Что такое? Ниже опусти, ниже! Тяни! Вниз опусти! Давай, забирай! Забирай! Да! Все нормально. Деревья слабенькие тут. Молодые. Все, финиш.
Да, аплодисменты заслуженные. Сейчас спросим время. Так, ну пока на этот спецучасток, пока квадры, тут ТВшки. Молодцы. Думаю, вложились. Нормальное кино. Закопался. Так, ну у вас финишировал. А назад мы вам выходили, ты сейчас опять будешь садить. У вас вложилось за сколько время? 10.46. 10.46, красавцы. Молодцы. Ну, красавцы. Все четенько. Какой мотор стоит? УАЗ. УАЗовский? Все родное. Все родное, да. Колеса 33? Взвешивали, сколько весит? Полторы. Ну, примерно, да, так. Все вверху, да, я смотрю. Леха, куда вы едете? Леха, куда? Да мы едем. 11? Красавцы.